познакомиться с историей клуба, принимающим участие в финале, получить новую информацию о мероприятиях, победителей Юпаси, принять участие в старине победителей, которые получат призы. В рамках фестиваля подрочники будут демонстрировать свою сборную технику, рассказать дающих турниров, которые примут участие дети от 10 до 16 лет. Для этого на каждой площади была разбита специальная мини-футбольная площадка. И на ней состоится игра 5 на 5, в которой примут также позже уже 20 числа такие звезды прошлого, как Фридрак, Медиатый, Марат Шукер, Вики Дегерестайн, Грэм Лэнсон, Брайан Робсон, Игорь Оленичев, Александр Басовой и Виктор Ановко. В программе фестиваля также предусмотрены конкурсы лотереи и футбольные матчи между подрядчиками. Это вся информация об открытии фестиваля, который мы располагаем к этому часу.